Всем привет, друзья! К чему снится работа? Сон о работе касается деловой сферы. Она преподнесет неприятные сюрпризы, которые могут заставить вас задуматься об увольнении. Конфликт с начальником, несправедливые обвинения со стороны подчиненных или козни завистливых коллег станут сильным ударом по вашему самолюбию. Защищайте себя до последнего, если не чувствуете за собой вины в происходящем. Если смиритесь с участью неудачника, о возможных профессиональных победах придется забыть. Вы рьяно трудитесь, не оставляя время на отдых, занимайтесь тем, что наиболее важно для вас, и не отвлекайтесь по пустякам. Если вас уволили, ждите осложнений на любовном фронте. Заниматься во сне поисками работы к нечаянному обогащению. Если вам приснилась новая работа, в реальности может произойти что-то непредвиденное, чего вы никак не могли предусмотреть. Если вам приснилась ваша бывшая работа, это предупреждение о том, что из-за своей халатности, лени и безинициативности ваше начальство будет вами крайне недовольно, дело может дойти до увольнения. Если вам снится смена работы в реальной жизни, вас также ждут какие-то новшества, которые могут затронуть как деловую сферу, так и личные взаимоотношения. Если во сне вы увидели увольнение с работы, будьте осторожны, кто-то хочет испортить вашу репутацию или навлечет на вас огромное количество проблем, чтобы извлечь собственную выгоду. Вы во сне стали искать работу, внезапно появится удачная возможность проявить свои таланты и способности, что поможет преуспеть еще и в финансовом плане. Сон, в котором вы устраиваетесь на работу, предупреждает о том, что для достижения поставленной цели и собственного благополучия вам просто необходимо придерживаться своего собственного мнения и не поступаться своими твердыми принципами. Если во сне вы смогли найти работу, будьте готовы выполнять обязанности, которые отнимут у вас огромное количество сил и времени, но не принесет желаемого результата. Друзья, не забудьте посетить наш сайт sk1.online, где вы сможете найти более подробную интерпретацию всех снов и многое другое. Ссылка на сайт будет находиться в описании видео.